мы сейчас пробуем есть традиционную японские... Это соплюшка вот это. У меня язык не поворачивается сказать сладость традиционная японская, но вот это вот традиционная японская сладость. Лицо говорит само за себя, она очень сильно не нравится. А есть. Она чем-то напоминает? Ничего не напоминает. Как ты сказала? Чего я сказала? Какая-то слизь и внутри... Желешка внутри порошок. И внутри порошок, да. Желешка внутри порошок. И сверху еще мука. И сверху еще мука. Такое чувство, будто это ешь? Фигню какую-то. Это даже не желешка, это... Резину какая-то. Резину как будто ты ешь. Она даже безвкусная. Фу, реально. И чай. И чай купили, покажи японский. Думали, покупаем нормальный черный чай. Ну, потому что японский чай пахнет зеленый таким, даже не знаю, чем он пахнет. Как будто пережаренные семечки, да? Наверное. Какими-то банными, как это называется? В общем, у японского чая особый привкус. А решили купить черный, чтобы не было его. И у черного здесь тоже такой же привкус. Нет. Ничем не отличаются черный от зеленого, только цветом.